Значит, вы сделали приседания, отдохнули, и остальные упражнения и подходы делать уже почти без отдыха. Ну, как я рассказал, вначале с небольшим отдыхом, потом все меньше и меньше, но вообще без отдыха. Потом, после приседания, вы делаете пресс. Значит, для сушки лучше всего делать подъем ног лежа на наклонной доске. Это лучшее упражнение. Во-первых, она больше нацелена на низ живота. То, что у женщин в основном страдает. Тогда внизу жировичок такой. Вот этим упражнением и плюс диеты, естественно, будете этот жировичок сжигать, чтобы животик у вас был плоский. Об этом упражнении много рассказал в предыдущих видео. Там у меня есть видео о плоском, красивом женском животике. Значит, делайте обязательно подъем ног за голову. На первых тренировках не до предела, но побольше раз, но не до предела. В дальнейшем старайтесь пресс, все подходы качать до предела, до отказа. То есть через боль. Вот вы делаете пресс, да, поднимаете ноги, чувствуете, у вас горит пресс огнем. Вот полюбите эту боль, полюбите мышечную боль от любого упражнения. И когда вы полюбите боль, когда вы будете получать над нее наслаждение, вы получите настоящий результат. Притом не через год, не через два, а довольно в короткое время. Уже через месяц, через два у вас будет виден результат при правильных тренировках и питании. Поэтому боль нужно любить. Нужно, чтобы получить результат, человек должен быть мазохистом. В хорошем смысле этого слова. Значит, вот вы сделали приседания, пресс, подъем ног. Потом делаете выпады. Значит, выпады делаете к начале, которые труднее. Выпады идут вперед-назад. То, что вам труднее дается, ставьте третьим упражнением. Допустим, выпады назад. Выпады делаете только одной ногой. Никаких шагов по залу делать не надо. Вот часто девушки становятся гантелями, ходят по залу. Во-первых, они мешают всем. Во-первых, отвлекаются, что постоянно там люди ходят, они шагают там, смотрят, чтобы с кем-нибудь не столкнуться. Не надо. Потом, когда ходят, шаг сделали, отдохнули, шаг сделали. Это не упражнение. Все нужно делать непрерывно. Любое упражнение нужно делать насосом, без всяких пауз. Что приседания. Приседания вообще лучше делать. Вот вниз опускаться низко. И до конца ноги не распрямлять, чтобы они чуть-чуть были согнуты. Чтобы движение было непрерывно. Вниз пониже опустились. Не до конца встали, опустились, но техники приседания там рассказывал в тех видео. Ну, значит, техники приседания женскому, значит, таз отходит назад, туловище немножко наклоняется вперед, но при этом грудь и голова подняты вверх. Это вот именно женское приседание. И именно чем глубже приседаете, тем больше работают ягодицы. Ягодицы для женщины намного важнее ног. Ни в коем случае не приседайте со штангой на груди, это чисто мужское упражнение. Не приседайте с узкой постановкой ног, это тоже мужское упражнение. От этих упражнений вы разовьете только квадрицепс, вот галифе вот тут вот, на ногах. Это, я думаю, девушкам не нужно иметь галифе, может, конечно, кто-то и захочет. Девушкам нужно ножки поставить более-менее широко, пониже приседать, попу назад отводить, тогда будет работать именно ягодица. Дальше вы сделали приседание, пресс. Выпады, допустим, которые вам труднее, допустим, назад, там, допустим, одной ногой сделали, допустим, 20-30 раз, там, чуть-чуть, несколько секунд отдохнули, ягодички понапрягали. Да, между подходами, если пару секунд отдыха есть, напрягайте ягодицы, сжимайте, разжимайте. Потом другой ногой сделали, выпад назад. Потом опять, практически без отдыха, пресс, опять ноги, подъем. Значит, потом... Вначале вам хватит по одному подходу. Вот смотрите, приседания, выпады назад, приседания, пресс, выпады назад, пресс. Потом выпады вперед, опять одной ногой сделали, другой ногой. Потом опять пресс. Значит, потом, значит, при выпадах вперед туловище обязательно держите ровно. Туловище не наклоняйте вперед. Значит, при наклонах вперед, я часто в залах вижу, там и шагают вперед, наклоняют. Вся нагрузка уходит на коленку, может травмировать коленку и уходит на квадрицепс. Больше работает на именно квадрицепс, чем ягодицы. Значит, спинку ровно.
Значит, делайте приседания, пресс, выпады назад, выпады вперед, опять пресс, потом тягу с полом, с прямыми ногами, румынскую тягу. Все это есть на моих видео. Ну, потом, значит, опять пресс, потом гиперэкстензию на горизонтальной, сжатие ягодиц. И в тяге, и в множествах выпадах, приседаниях, везде, где работаете на ягодице, во время упражнений сжимать ягодицы. Потом, после гиперэкстензии, опять пресс. И можно и дополнить сгибатель ног на станке. Значит, если вы даже сделаете по одному полноценному подходу, по-настоящему выложитесь в этом подходе, это уже будет хорошая тренировка. Пусть количество подходов будет небольшое, но тренировка будет хорошая. Значит, я же говорю, во всех упражнениях разы относительно большие, но на разах не зацикливайтесь. 20, 30, 40, 50 раз. Но старайтесь делать более-менее до предела, ну технически правильно. А пресс старайтесь все подходы, именно все до отказа делать. Чтобы последний раз был действительно у вас отказной. Чтобы сделали, допустим, 30 раз, 31 через немалую, через боль, 32. И вы не можете еще 33, и еще мой животик будет плоский, самый красивый в мире, 34 и 35. Сделали последний раз большим трудом и медленно-медленно опустили ноги, уже на предельном усилии. Вот это будет по-настоящему работа. Вот у вас получается приседания, пресс, выпады назад, пресс, выпады вперед, пресс, тяга, пресс. Гиперэкстенсия, пресс и сгибатель, опять пресс. 12 подходов. 12 подходов, если вы сделаете по-настоящему, это будет отлично полноценная тренировка. Она займет довольно короткое время, но будет полноценной. В дальнейшем можно уже делать, допустим, по 2 подхода. Допустим, приседания, там приседания, пресс, потом выпады назад, пресс. Опять выпады назад, пресс и так далее. Уже, значит, опять-таки пресс вставляете между каждым подходом, но уже, допустим, делаете не один подход выпада, а 2 подхода. Или тягу не один подход, а 2. Но все время между место отдыха вставляете такой активный, не отдых, а суперкач, это пресс.